Всем привет! Сегодня речь пойдет о прицеливании в шутерах, с английского просто aim. И почти у всех это умение целиться очень хромает, либо отсутствует вовсе. Но таким людям кажется, что они нехило так тащат и без этого. Я себя не считаю скилловым чилом, но посмотрев, как играют зарубежные игроки, которые себя не считают профессионалами, я сам себе сказал, что я рак, и большинство из вас такие же. Но если есть проблема, не нужно искать виноватых. В виде родителей, от которых нам досталась такая скорость реакции и внимания, какое оно есть сейчас. А нужно искать пути решения данной проблемы. Одно из таких решений – не умеешь играть, не играй, и будет тебе счастье. Но раз вы тут и смотрите это, вы явно не из таких. И далее я покажу и расскажу, как я стал повышать свой aim. Совсем случайно я нашел тренажер для стрельбы в шутерах под названием Aim Hero. Не знаю его цену, но мы же с вами владельцы ПК, поэтому он для нас бесплатный. Надеюсь, все умеют пользоваться торрентом. При первом включении важно настроить чувствительность мыши точно так же, как и в вашей игре. Для этого просто замерьте расстояние движения мыши слева направо, тут или справа налево, кому как удобно, пока ваш герой не сделает полный оборот вокруг себя в игре. Точно так же подберите эти показатели в настройках в Aim Hero. Ну и далее, начиная с самой легкой сложности, начинайте набивать руку во всех режимах, которые только там есть. После первых получаса дрочки такой, заходим в свой любимый шутер и начинаем понимать, что уже стало лучше намного с наводкой. Лично я заметил сразу эффект, когда завалил двоих человек в движущемся мотоцикле, тут же зайдя вообще вот в первую попавшуюся катку. Мы захватили цель, дрон. И вот таким образом я хочу сделать для себя тест. В течение месяца я буду тратить от получаса до часа на Aim Hero, и по окончании срока попробую поиграть в батлу или еще во что-нибудь там, вот Warface у меня остался. И результат, думаю, не должен заставить себя ждать. Иначе зачем тогда играть, если нет желания тащить и побеждать? Ну а кому я сейчас не открыл вообще Америку, и вы об этом знали, и тащите лучше меня, ставьте лайк. Но для кого было это вообще все полезно, эта информация, эти 2-3 минуты, подписывайтесь. Сейчас покажу свою одну каточку. Я не машина, но более-менее уже начинаю попадать. И до новых встреч!